жарким январским днем мы встретились со студенткой Калифорнийского университета Таней Туник. Таня родилась в Твери, училась в Тверском университете, изучала английский язык. После второго курса ее послали на год в Техас. Но сначала ей надо было пройти специальную подготовительную программу. А что это была за программа? Честно говоря, это было очень интересно. Нас начали готовить еще в Москве. Нам рассказали, как одеваются американские студенты, как они себя ведут, как вести себя с преподавателем, как вести себя даже в опасной ситуации. Нам порекомендовали быть как можно более раскованными и чувствовать себя как можно более свободно. Если бы я не прошла этой ориентации, я бы чувствовала себя гораздо более скованной, я бы чувствовала себя потерянной в этой стране. Итак, вы приехали в Техас. Сейчас я вспоминаю это как страшный сон, потому что очень много сложностей и проблем были связаны с моим приездом. Что вас шокировало? Неприятно поразило, может быть, то, что не все люди были готовы открыто и дружелюбно общаться с тобой, потому что ты был из какого-то другого мира. Впоследствии меня очень поразило уровень общения, который существовал между студентами и преподавателями. Очень свободный, очень спокойный. Я помню, что я всегда приходила в университет со страхом дома. Здесь же люди настолько свободно общались, что мне было сложно переключиться на эту систему общения. После Техаса вы попали в Калифорнию. После Техаса я попала в Калифорнию, потому что частью моей программы была преподавательская практика. Я попала в отделение русского языка в Калифорнийском университете, где мы сейчас находимся. И в течение Прямо здесь, кажется, в этом здании находится. В соседнем здании. И здесь я преподавала русский в течение 4 месяцев в качестве ассистента преподавателя. Эта программа предполагала, что вы вернетесь в Россию и поделитесь своим американским опытом с соотечественниками. Как получилось, что вы здесь остались? Я познакомилась с замечательным человеком, который стал моим мужем. И у нас родилась наша маленькая доченька Машенька. И встретив этого человека, мне было очень сложно оставить те стены, тот город, тот мир, в котором мы познакомились.